Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Согласно статистических данных по COVID-19 Кыргызской Республики за последние сутки на 16 сентября по республике с выздоровлением, выписанное с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19, 107 пациентов. Из них в городе Бишкек 47, в городе Ош 1, в Чуйской области 4, в Ошской области 4, в Таласской области 6, в Иссык-Кульской области 5, в Джалабадской области 14 и в Баткенской области 26. За весь период всего выздоровело 41 210 пациентов. На 16 сентября 2020 года по республике зарегистрировано новых 73 случая лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных COVID-19. Из них в городе Бишкек 11, в городе Ош 3, в Чуйской области 5, в Ошской области 14, в Таласской области 3, в Нарынской области 1, в Иссык-Кульской области 9, в Джалабадской области 9 и в Баткенской области 18. Из 73 новых случаев лабораторно подтвержденные составляют 18, из которых в городе Бишкек 4 случая, в городе Ош, в Чуйской области, в Ошской области, в Таласской области, Нарынской и Высокульской областях новые лабораторно подтвержденные случаи не зарегистрированы. В Джалабадской области 1 случай и в Баткенской области 13 случаев лабораторно подтвержденных COVID-19. Клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрировано 55, из которых в городе Бишкек 7, в городе Ош 3, в Чуйской области 5, в Ошской области 14, в Таласской области 3, в Нарынской области 1, в Иссык-Кульской области 9, в Джалабадской области 8 и в Баткенской области 5 новых клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев. За весь период всего зарегистрировано 45 072 случая. Из них 19 122 – это лабораторно подтвержденные и 25 950 – это клинико-эпидемиологически подтвержденные. В стационарах страны на сегодняшний день на лечении находится 509 пациентов. На амбулаторном лечении находится 1849 пациентов. В стационарах города Бишкек на лечении 107 пациентов – в городе Ош 13, в Чуйской области 37, в Ошской области 79, в Таласской области 14, в Нарынской области 9, в Иссык-Кульской области 66, в Джалабадской области 80 и в Баткенской области 104 пациента. Амбулаторное в домашних условиях лечение получается лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе Бишкек 919, в городе Ош 330, в Чуйской области 355, в Ошской области 101, в Таласской области 14, в Нарынской области 33, в Иссык-Кульской области 50, в Джалабадской области 15 и в Баткенской области 32 пациента. За последние сутки в Кыргызской республике летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. С начала эпидемиологического процесса по республике зарегистрировано всего 1063 случая с летальным исходом. Из них лабораторно подтвержденные – это 266 и клинико-эпидемиологически подтвержденные – 797. Также среди медицинских работников зарегистрированы 7 новых случаев COVID-19, которые регистрируются в Баткенской области. И общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 3181 случай. За сутки из стационаров с выздоровлением выписано 6 медицинских работников, и из домашней изоляции выписано 13 медицинских работников. Всего по республике выздоровели 2729 медицинских работников.